Сегодня у нас день 12 февраля 2020-2021 года. Вот у нас кошечка Чернушка сидит тут на табуретке, на двойной. Да, Чернушечка? Это у нас верный пес. Отдыхает. А там ураганчик на улице мерзнет. Хотя у него там конура сделана теплая. Вот, и тут вот Игнат Тихонович чем-то занимается. Посмотрю, плитку выключу, а то у меня там, я для обеда суп разогреваю. Не перегорело ничего. И чем это вы занимаетесь тут? Чем? Библия рассыпалась. Вот такая Библия была, очень хорошая. Переплет. Это Никитина? А? Никиты Колесникова Библия. Ну, я не знал. Ну, тут клеили, там сверху рассыпалась, а так. Но она оторвалась, все, корочки оторвались. Вот она. Библия. Две книги Священного Писания Ветхого Нового Завета. По благословению блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, священного архимандрита Успенской Святой Киево-Печерской Лавры. Где они, я не знаю. Ну и все, видишь, загнулось, а тут туда-сюда, все это так. Ну что я делал? Я снял ее. Тут вот этот конец еще был. Ну, маленько не оторвался. Пришлось оторвать. Как переплетаю? Я сам реставратор старинных книг. Вот это первое. Называется форзац. Видишь, в виде картинки тут все это, икона, троица. Ее нужно теперь было оттянуть подальше. Вот она где перегибается, вот. А этот отстав, вот он отстав, который, он должен быть на 3-4 миллиметра больше книги. А потом между вот этого отступ, и потом уже корочка делается. И вот я теперь ее отвернул. Вот сколько. Вот где она будет, к этой приклеивать. И с этой стороны точно так же. Ну, она оторвалась уже. Надо мне будет целиком отрезать ее. Я ее сейчас даже могу оторвать. Потому что по-другому никак. Это единственный старинный способ. Вот она где. Это отдельно с обратной стороны. Теперь, что я делаю? Корочки положил, это не скоро до них дойдет. Вот сейчас, сегодня я все починяю. Это вот такие вот шнуры, но это надо льняные. Но у меня нету, я вот это, которые капро, я не знаю, как их назвать даже. Я вот от них нарезал вот такие вот. Поскольку с этой стороны она длиннее. Длиннее, ну, сантиметров на 5. И вот сколько? На 4 шнура. Второй шнур. Третий. Четвертый. Что я делаю? Нахожу, она же из тетради. Тетрадь сколько бывает? Я не знаю, в ней 16 листов бывает. Я ищу, где она. Ага. И у меня бумажка здесь и карандаш. Потому что в каком месте она будет, трудно тогда искать. Я записываю 49-й. Вот 49-й. Это страница 49-я. Сейчас вот я покажу, где так. 49-й, минуточку. Страница 49. 25, 49. Вот она где. Я нашел. И вот нитку. Отсюда я ее нитку пропускаю. Отсюда протыкаю. А чтобы ее проткнуть, она не знаешь куда. Тыщешь, ничего нету. У меня с собой шило. Я здесь от края отступаю сантиметр. И отсюда ее ввожу. Ну, вот такой конец оставляю. Так. Слушай, пантера, иди погуляй пока. Так. И вот сюда я его теперь дальше вывожу. Вот он, где у меня вышел. Вот здесь я опять протыкаю. И вот этот шнур с этой стороны обхватываю. Ну, просто. То есть здесь я потом это соединю, с чем надо будет. Надо подлиннее сделать. И здесь теперь вот сюда прохожу. Второй шнур выдвигаю. Опять его здесь. Протыкаю дырочку. В дырочку его затягиваю. Теперь снова вот там внутри идет. Вот она, черная где. Опять с той стороны шнура. И вот она вышла, шнур захватила, опять туда, вот так возле шнура, и вот этот шнур, и, наконец, протаскиваю туда, вот здесь, дальше. Вот это каптал, который стоит здесь, ну, истрепался, это ничего не значит. Но главное теперь вот это вот. Я записываю, ага, столько, а сколько всего страниц, я сейчас уже прикидываю, сколько листов здесь. 1100, ну, это большая книга. 1406, 410 страниц.
1410. Ну, мне каждую не надо, которая из тетрадок состоит, а тетрадки склеены вместе и сшиты. Ну, это такой метод не старинный. Надо на шнурах. Что теперь? Я дальше записал. 49. Я беру сразу 109. Ну, потому что много тетрадей. И на 109. Теперь я начинаю отсюда ее. Вот смотри, теперь я открываю. 109. Вот она где. Вот она. Видишь, видно черная. Это тетрадка. Ее видно вот так, понимаешь? И да, видно, что это она листик, листик, листик. Так, теперь что я делаю? Отсюда, вот до сюда я дошел. Я вывожу. С той стороны уже выходит. Обратно надо идти. Я сразу сюда захожу. А который здесь, вот этот, торчит, до сюда дойду. Я тогда связываюсь с тем, который здесь уже вышел. Подтягиваю. А дальше все точно так же прошиваю. Вот она идет, где я уже прошил. 108 прошел. Теперь, вот теперь, а чтобы мне долго не искать, я маленькую закладочку. 209, вот она уже вышла. Вот вышла. Теперь она вышла с этой стороны. Теперь я могу прямо показать, что я уже сделал. Это вот идет у меня. Так, минуточку. Нехорошо то, что запуталось. Это узел не пойдет. Теперь что значит? С этой стороны идет. Вот она. С этой стороны шнура. Это вниз должно идти шнур. А вот он где вышел. А где тут тыкать-то? Попробуй найди. Тогда я беру шило. И вот здесь вот она где. Вот это ширина шнура. Вот она где. Я ее прокручиваю прямо, чтобы прямо шло. Вон он, смотри дальше. Вот он вылез уже. Видно? Да. Вот он вышел где. Теперь я его держу здесь, смотрю, ага, вот она где. Теперь беру свою иголочку, потихоньку довожу до сюда. Глаза-то не смотрят как следует. Во, ну что не смотрит, а нашел? Вот она где, я там засыпил, марля там есть или что-то засыпил. Ну ладно, это уйдет. Сейчас я оттуда подергаю. Это никакой роли не играет. Все, теперь я подтягиваю, то есть шнур привязать надо. А потом я покажу, как я его клею. Ввожу все в Библию, хоть руками не разорвешь. А теперь что? Теперь мне надо найти, где здесь. Вот этот шнур. Ну, здесь же чисто тетрадка, вот она. Вот этот лист, под ним еще лист, допустим, 10. Теперь мне надо здесь найти. Вот она, видно где? Вон он. Теперь я вынимаю. Вот видишь? А что там такое? Ну, что-то цепляется там маленько. Вот она где. Я ее вытянул. Здесь. Теперь с этой стороны снова туда завожу. Вот видишь, какой, конечно, это мешает мне. Теперь стоп с этой стороны. Вот пытаюсь сделать, а она не видно ничего. Глаза-то не глядят. Вот он где. Вон. О, опять цепляется вторая. Вот теперь этот шнур, вот она идет. Видишь, нитка ползет. Вот, ползет, ползет, ползет. Я ее теперь притягивать буду. Это там маленько она бугром стала. А теперь надо, чтобы ровно пошла. А ровно она не ровно ниткой. Поэтому она идет одна туда, другая сюда. Отстает. Я теперь их подравниваю и туда затягиваю. Опа. Закладка выпала. Вот оно где. Все. Сейчас я еще раз разделю нитку. По одной ниточке тянуть, потому что она где-то засыпилась. Нормально. Теперь я затягиваю сюда. Это прошло сюда? Да. Так, минуточку сейчас гляну. Что здесь? А ничего. Это нитка оборвала. Она вместе с ниткой. Я это нитки-то для чего вот эти вот, вы говорили? Это шнуры. Шнуры? Шнуры, на которых будет держаться все. Вот я когда это сделаю,
до конца прищу, он мертвый к ней пришитый. То есть монолит будет с ней. После этого я наклеиваю эти листики, какие остались, и который последний листик, под него подложу, может быть, даже бумажку, и вот так растереблю ее, чтобы она больше захватила место. И клеем промажу, приклею, и теперь надо просушить. А теперь уже в корочки вставляю, подмазал, только опять же прижать, на тисочки где-то есть надо. И все готово, работа окончена. Вот сейчас я шью. Самое трудное, долго это шить. А как? Вот теперь опять, вот видишь, я вытащил. Вот два шнура я захватил, а их четыре. Можно было на три, но это лучше четыре. Вот она. Видишь, как легко прошла? Без шила. Оттуда, потому что. А обратно туда уже никак не сделать. Надо рядом проткнуть. И вот так вот, чтобы она прошла. Вон она где. Это у меня шило такое, это не шило, а крючок. Он меня путает. Я не могу шило найти, куда оно делось. Это неправильно, что крючок. Он хватает от шнура. И сейчас шнура туда протягивает обратно. Это нехорошо. Ну, у меня ничего нет, выбора не было никакого. Слышь? Сейчас я пойду снова шило искать. Вот она, иголкой выходит. Видишь, где выходит? Выходит. Я теперь ее подшиваю и тяну. Так, это у меня здесь маленько отошло. Вот так. А теперь, ну все. Теперь последний выхожу вот здесь. То есть вот так будет постоянно пришиваться вот это вот так вот вдоль? Да, вот так буду прошивать до конца. Ага. До конца. И с той стороны точно так же, и тогда приклею. И когда этот блок будет готовый, блок, тогда все хорошо. Теперь... Здесь вот этот последний, вот он стоит. Где он? Шнур. Вот он где. Я выхожу на него. Мне даже неохота шило это брать. Не нашел я. Где-то оно вверху или где там найти надо. Вот. Видишь, что? Он касается, цепляет. Крючок. Видишь, что это? Я сам себе создаю дополнительное... неудобство. Вот так. А теперь... Не туда. Рядышком. Угу. Рядом, да? Да, вот. Ну, видишь, не вижу где. Эту зацепили. Веревочку зацепили. Ну, что тут сказать. Видишь, как вот. Не вижу. Это у меня уже зрение такое. Вы ее специально продернули сквозь него, нет? Нет, это она, вот эта, она должна быть, она, видишь, куда зацепилась. Вот я ее вытаскиваю, все, вытащил. Вот так, она должна вокруг только обхватывать. Еще сейчас ткну, пойду сейчас искать. Это нельзя крючком. Надо ее сюда убрать, веревочку, на эту сторону. Видишь, еще опять. Она тащит сюда. Вот сюда надо, с этой стороны. Да, вот так вот. Ага. Давай-ка, вот здесь вот она или где? Вот она, ниже. Ниже. Вот тут? Ниже. Вы выше, а надо ниже. Ты что такое? Ну как же я не вижу-то, что? Переплетчик-то такой. Вот она где. Да-да-да. Все. Абсолютно не годится крючком делать. Он цепляет. А что вы его вверх подняли-то? Зачем? Ну, чтобы видно, где было. А, подожди. Через нее же надо прикрыть. Через нее. Да. Дай-ка. Это представь себе, и надо быстро шить, а я все сижу на одном месте. Ну, что, нету? Что, продернули? Ну да. Вот так, а прошло. Да. Теперь я его затягиваю, вот он видно где. И теперь вывожу здесь дальше. Все. Ну это второй так еще прошив идет. Теперь я вот здесь вот вывожу, а там у меня нитка. Теперь я, чтобы там никуда не ушло, затягиваю. И вот эта нитка, которая вышла, и которая до этого там была, я соединяю. Она теперь еще крепче делает ее. Видишь, как все путается-то. Это ничего нельзя сделать. Так. Во! Это каждый раз надо так делать, да? Каждый раз, когда доходишь до туда, а потом оттуда выйду, опять под эту подцепляю, подтягиваю. Она везде у меня вся монолитная делается. Ну, это такой порядок. Вот так.
А здесь что? Ну ничего, просто нитка. Нитка. А теперь, чтобы туда мне дальше можно было делать, что я пишу, сколько у меня здесь? 208. Я беру сейчас сразу, два раза уже прошел, 308. И она должна быть как раз в середине. Только какая страница? 314. Вот смотри. 310, 308. Она может быть сейчас именно в тетрадку войдет. Так и есть. Нету. Ее не видно. Ну, по всей вероятности. А сразу все листы подшить невозможно, да? Никак, как ты прощаешь? Никак. Когда? Нет, я имею в виду, только из тетрадок состоит. Из тетрадок она состоит. А не шилом вокруг, а именно с корешка. Поэтому полная... Вот я сейчас здесь сделаю. Вот она, видишь, где шило прошло? Да, вижу. И мне надо туда... Где она, иголка-то? Даже здесь-то и то еще путается. И она, видишь, как, вроде бы все ладно, а смотришь, уже нитка не туда пошла. Я здесь сделал узел-то? Делали, да. Да, еще один узелок на всякий случай. Видишь, как непросто все. А теперь вот она у меня торчит. Вот она где. Видишь, как уже далекое ушло. А всего только три раза прошил. Все. Сюда заходит. И теперь вот здесь надо вывести. Ой, далеко пошел. Вот он где. Вот. Все. Я теперь выставляю здесь картоночку, чтобы найти легко было, и обстригаю. Ну, а теперь со слепых-то глаз нитку вставляю, привязываю и пошел дальше. Вот чем занимается человек? А как? Она ее Библию не узнаешь тогда. Она. А я беру, она вся портится, крутится. Будет сделано. Никита, если его, благослови его, Господи. Я гляжу, Владимир, думаю, как она попала сюда. Все на этом. Честно. Продолжаю дальше. Иголки сейчас. Вот оно у меня, нитки есть. Как я втыкаю. Вот смотри. Вот здесь поставил. А теперь вот. И теперь надо на белое, чтобы белое было. На белом фоне легче делается. Все. Вдернул. Теперь я ее растягиваю. Вот какая, ну как по-мужски длинная. Обстригаю. На всякий случай можно здесь. Вон она какая. Я гляжу здесь, где она у меня. Вот так, угол одной рукой. Я уже знаю, как завязываю. И теперь вот она, где которая у меня торчит, ее продляю, и наружу она замажется, и тут и не видно будет даже. Видишь, все как лезет тут в руки. Ну, потому что они плохие, эти завязки. Ну, какие есть взял. Теперь я вот эту вот вплотную привел. А что вы капронову не взяли? А как, где она капронова? У вас же там капроны есть, вон лежат. Ну, надо, чтобы растеребить ее. А, чтобы растеребить? Это не просто так. Она должна приклеиться, я же ее веревкой там и сделаю. Я должен по одной, по этой ниточке растеребить, когда мазать буду. Вот. Это мешается вот это. Так это у меня иголка. А вот это вот как бы мешается. Я ее вот так вот застригу и все. Ну и дальше в таком же порядке сшиваю всю. А потом буду... примазать вот сюда, вот это вот сюда растереблю, а с той стороны туда натяну тоже. И тогда в корочке вставляю, и в этом месте, чтобы щипчики эти были. Ну, у меня там все инструмент был. И вот таких вот разных переплел я примерно 3000 томов. А сколько примерно тетрадки должны быть? Каждая тетрадка сколько по листам должна быть? Не могу я сейчас точно сказать, сколько, как изберешься. Ну, допустим, бумага-то вещь тонкая здесь. Их не видно даже где. А вот которые я печатаю, которые вот листы.
А4. Ну, где-то у меня вон, которые есть эти, я могу даже показать. Подожди-ка. Где-то тетрадь. Вот они, это вот, есть. Вот, вот, вот вверху. Вот она. Это не тетрадь. Это книги переплетенные тут. Но они же тоже из тетрадок. А тетрадь это, которая такая у меня на 504 листа. Ну, думаю, тетрадь как раз и есть 16 листов. Вот она, вот она. Вот. Ну-ка. Ага. Вот это мой переплет. Видишь, как выдален крест. Угу. Вот это у меня рока. Ну, тоже начало у меня. Ну, это уже... Это сама кожа. Это может. Тут можешь ты это даже скотчем взять. Да, видишь, скотч. Как вокруг делается. И теперь вот она заходит внутри. Вот она внутри, видать, эти шнуры. Угу. Ее видно. Вот она, шнуры. А это фальшик последний, который здесь. Вот эта первая тетрадка. Она должна быть с фальшиком. Она на ней держит. Она вообще не уйдет. А, вот они шнуры тогда. Вот они шнуры, два шнура, два. Но я тут специально сделал 4. Угу. Вот как, вот они, вот форзац, и вот с этой стороны, вот они, видать, вот она распужилась, приклеила, теперь вставил в этом месте, сдавил, высохло, все. То есть есть носа никакого нету. Угу. Это с нуля. А сколько в каждой тетрадке? Вот тут теперь сейчас я и посмотрю. Вот она идет где. У, тут как по много у меня было. Вот они, видишь, где? Вот она, вот они, нитка идет. Да-да-да. Теперь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, девять. Все, девять. 9, вот оно, 9 таких вот развернутых. А того получается 18. То есть 36 страниц пришивали. Ага, ну, бумага толстая здесь. Угу. Видишь, как хорошо у тебя. И фотографии, как мы ехали где-то в Биробиджан. Это миссионерская поездка была. Замечательная тетрадка. Какие фото. Это мы дорогой ездили. Проехали мы 120 тысяч километров. Везде фотографировались, снимали. Это библиотекари. Мы... Подарили, 650 библиотек проехали. Вот она тут. Ну, можно прочитать, что тут написано. Какая библиотека? Белово, город Белово. Вот видишь как. Ну, это все разные-разные. От востока мы Тихого океана прошли до Лиссабона, Португалия. Скандинавия и Прибалтика. Вот сколько есть. Смотри, какая память осталась. Это мы в каждой библиотеке, а все библиотекари вышли, собирались по много людей. Вот я стою в этой тужурке. Отказ от книг. Здесь книги не взяли. В Краснозерская центральная библиотека. Там написано, что не взяли? Да. Вон, у меня подписано. Ага. Не взяли. Они там не трезвые, что ли, сидели, гуляли, и они не знают, чего. А почему? В одном месте говорят, а тут приходили, какие-то книги сдали, ЛДПР. Нас, говорит, распетрушили, чуть всех с работы не сняли. Но я говорю, мы никакого отношения к ЛДПР не имеем даже совсем. Это мы не политическая партия. Не знаю, не знаю, уходите, вот. Чтобы никто не знал. Ленинская в Москве. В Москве, видите как? Вот они мы где были. Вот посчитай сколько. Ну, вот публичная московская тоже. Ну, публичная. Это Владимира Ленина, наверное. Нет, там другая. Нет. Уже. А вот когда мы вы... Что-то тут у нас такое. Что тут делали? Готовимся спать, наверное? Стоянка на ночлег. Слева направо Игорь Третьяков, Сергей Попков. А это что? Сергей Павлович. Это библиотека. Это все библиотеки. Где ты фотографии-то таких набрал? Ну как, делал, заказывал. Вот Ваня. Тут это мы были в Камне на Оби. Вот у них сидели. Вот от Ваня женился на моей племяннице. Нет, на внучатке. А это мы были в Томске. А это что? Томская область. Вот Андрюша стоит. У него родственники там. Жена оттуда. А это что? Это который монах этих. Тобольск. Да, голубей-то держит. Да, Тобольский. Зосима. Я за него молюсь каждый день. Это разорванное приглашение я поднял. Ну вот видишь как. Вот видишь сколько. Как переплетено. Вот она даже уже развалилась, а никуда не держится. Она все держится. Это где-то не, ну, неправильно было. А теперь, если корочка отходит оттуда, заново только так ножом отковырнуть, там все промазать на промазку, которая корешок-то, и приклеить марлю плотно. А потом все то на место вернуть. Угу. Вот она какая. Здесь 506 страниц. 506.
Какие фотографии шикарные. Это мы встретились, ты после побега вернулся. Да, 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 да. Беглец. Кто-то тут стоит, любуется. Вон, красота какая. Крестный ход. А это в лагере у нас. Да. Ну да, в лагере. Там есть что вспомнить. Вот там вот самое последнее. Самое последнее вот там. Вот за этим. Братья мои он стоит. Видишь как? Это они в лагере стоят. В лагере стоим. В лагере были, да? Угу. Ну, прекрасно. И вот таких вот все вместе около 3000 томов переплел. Я видишь, как оно делается. Я все это прожимы. Ну и проще так. Крест какой настоящий. Он вдавленный. Я его разогреваю, потом бью молотом и в тисках заряженных. Ну все. Ну все, слава Богу. А тут что? Отдали приемной Государственной Думы. Сейчас пришел ответ, что получили. У нас важное дело было затеяно, и не знаем, с чем закончится. Подключили в первую очередь ФСБ Российской Федерации, а те отправили сюда. Дальше теперь на президента вышли, на патриарха Кирилла. Исключительно важной государственной, сказать, заинтересованностью должно быть, что мы хотим сделать. С чем кончится, пока не знаем. Я уже все собрал тут. У меня только бери в машинку и поехали. Люди, ну, не понимают, о, пиаритесь, там то другое. Ну, глупости на глупости городят. А что же нету-то у меня? Где шило-то? Это надо убрать. Где шило-то мое, а? Ну, у вас же было в этой коробке все. Наверное. Или нет? Надо посмотреть, где. Крючок не годится, потому что она растрепанная. Я мучаюсь туда-сюда, вытаскиваю ее. Это пощевают валенки сапоги. Потом посмотри, здесь не наклоняться это нельзя. Сухожилие растянул тут в коленке. Да я вам свой принесу сейчас. Ну все, пока. Ладно, слава Богу, за вот все. Вот он у нас где. Замечательный пес.